Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Это снова ДВД, юбилейный 140-й выпуск. И это значит Никита, без голоса, но с нами, в катке. Софья, Игорь и я. Ну-ка, написали в комментариях, кто какое животное. Мы говорили в прошлый раз. И не перепутать, не доберман, ротвейлер. Куда писать, говорит, катка грузится. Комменты, Никита, комменты. Можешь сюда написать. Если я скажу Никите, когда этот выпуск выйдет, он с ума сойдет. В мае? Апреле? 3 апреля. Это уже точно, я вот ДБД не переношу. О, привет. Здорово. Хорошо. Я ведь напомню. Опа, опа, сундук. Извини, Игорь, это мой сундук. И... Софья дырки ищет, Катя сундуки. Кто Гена чинить будет? Тут Гена рядом, не беспокойся. Да. А это нормально, что я никого не слышу? Тихо, Катя. Ой. Никита с кем-то бегает. Да. А кто это? Не знаю. Аня. Ты слышишь их? Серьезно? Да. Блядь. Давненько Ани не было, правда? Давненько в нас ничего не пролетало. Действительно. О, какие успехи. Чинимся. Так, стоп. Здесь в сундуке есть еще один. Подобрать. Починить инструментами. Где она? У нас. Бля! Я случайно! Никита, я случайно! Блин, Никиту подставила. Блять, вы сюда прибежали? Я дочиню, Никит, я дочиню этот генератор ради тебя. Блин, Никиту подставила, вообще капец. Я в этой, в лачуге ген чинил. А чё, не поднимает, Никит? Поднимает. Это Никита на дочиню, сейчас у нас идётся отсюда. А подвал, сука! Давай быстрей. Так, Никит, не борись. Да, он пальцы разминает. Что такое, блядь? Она в лачуге шарится. Его, что ли, кемперит? Бля, походу, да. Ага, не отходит. Заебись вообще. Да, возле двери тусуется. Блять, ну и чё? Вышла. Обходите, да, с той стороны. Вышла. Вышла. Ну как вышла? Она в подвал побежала. Да я знаю, мы тут. Сейчас либо меня, короче, либо Никиту. И вы бегайте. Мы стараемся. За Никитой бежит. Да блин! У, сука! Чё он такой? Чё он такая сука? Да. Опять подвал? Да? Ох ты тварь, блядь. Никита вообще, короче, ни разу не сглазил. И опять кемперит. А я, кстати, не вижу. Никит, держись. Я попробую.
Кто там? Ага, кемперит, кемперит, да. Кемперит. Ах ты тварь дырявая, блядь. Привет, Катя. А вот пошла ты нахуй, понимаешь? Я увожу! Я увожу, Игорь, я увожу! Это как сказать, уводишь она тут. Слышишь ты, сука? Не, она вообще не отходит. Пошла ты нахуй! Катя ляжет. Лягу и лягу. Я... Блять, зачем я сюда застрелился? Я тут кому генератор? Пускай, спускайся вниз, лумоверт вас сниму, а там целая бригада. Верт, мы это курица. Блять, опять! Опять положила! Да блин, ну, понятно. Тут и кемперство, и туннелинг все в одном лице. Не надо! Не надо! Не разрешаю! Сука, меня положила. Где сука? Бля, я старалась, Никит. Софья, ты где вообще? А, вот, блядь, он. Так, а мне надо уползать, ребят. К чертям собачьим. Кукурузка, спаси, пожалуйста. Кукурузка! Софья, ты где? Поле. Ты знаешь, она что? Там, блядь. Да, конечно, там она за мной идет. Да нет, у меня тут! А, на тебе вешали? Ну конечно, сейчас в подвал понесешь, чтобы меня теперь кемперить. Сука же. Короче, Софья будет люк искать, я понял. Чинись, давай, задолбал. Да чинись, отдыхайте ему. Подвал, конечно. Подвал, конечно. Ах, не люблю таких манов. Вот бездарные маны только так и делают. Блинище. Вообще не отходит. Так она не отойдет. Может 4... Ясно, пробую 4%. Мимо? И мимо. Да, все, уже второй пойдет. Да, все уже. Ну вы как хотите, но я этому напишу сейчас пару ласков. Софья, давай мы потянем время. Ну вот, тяните. Да, и все. Мне кажется, она сейчас за мной пойдет. А смысл тянуть, Кать? Сливаемся, пусть она люк ищет. Ну давай. Давай. Че тратить время на эту хуету? Так, я все. Фух. Готовишься? Я в центре. А, там еще? Пока там было. Я не вижу. Ну слышно было там, что она там тусила. Ну сейчас, мне кажется, уйдет уже. Да уйдет, конечно, смысл ей стоять. А, люк, люк! Игорь, все было не зря! Yes! Я не успел даже зайти посмотреть, блин. Вот так вот, вот так вот! С сучками такими. Ты успел это записать? Конечно! Где же он был, сука? А прямо рядом с ним. Я вышла в поле просто. И люк открылся. Прям там же? Да. А, у нее мертвая хватка, понятно все. Блин, я написать ничего не надо. Напишите ей что-нибудь. Верту уже написал. Давайте я хоть запись выключу.